что ты думаешь о Макагонал Тревел? Видишь, все. Ну, знаете, все. Мне с Макагонал Тревел не первое свидание, так сказать. У меня с ней уже с этой компанией длительный срок общения. Я, в общем-то, уже привыкший к, ко всяким сюрпризам, ко всяким хэштег, типа «дай бог вернемся» и все такое. Но в этот раз Елена превзошла даже мои все ожидания. Я в полном восторге, и я всем рекомендую Макагонал Тревел. Что ты думаешь о Макагонал Тревел? Ох, чудесный вопрос. Давно хотел на него ответить. О, давай честно только, только я, честно. Я просто в охренительном восхищении. Она просто огромнейший молодец. Она просто вообще... Это бомба. Вот мне кажется, что вот эта вся история, она правда может измениться в реальной жизни. Огромный молодец. Елене большое спасибо. Каракай был в гостях, и все счастливы ушли от него, потому что каждый сегодня получил от него такие картинки, такие вдохновительные произведения. И он подозвал меня и сказал: «Вася, вот тебе ручка». Он каждому этой ручкой рисовал, а подарил мне. Это благодаря Лене. За Лену Макагонову, да. Все, подарок. Вот я только из-за этой ручки уже мы благодарю Леночку. Думали, что у нас... Нет, я Лену предупредил, Каракай подарил. Вот, свидетели есть. А вообще, не хотелось ехать, как говорится, думала, а сейчас не хочется уезжать. А Лена, все это благодаря вашей дружной компании, Юле, Жене и Лене, потому что вы просто сделали то, что невозможно, просто нас уложили на спину. Огромное спасибо от души. И надеюсь, что в дальнейшем мы встретимся все нашей группой, кто сможет в каком-то другом путешествии, может и на Белуху победим, а может еще куда-то. Крым, да, может Крым победим. Да. Целую, люблю всех.